Политические союзнические отношения. И никакой враг нам как бы уже не опасен. Потому что на югах, вот в том же вот воинствующей территории Афганистана, значит, держат узбекские власти четкие как бы позиции по защите, значит, интересов стран СНГ. И Россия – оплот мира, мы видели на примере Сирийской Арабской Республики и других примерах. Будет Россия спокойно, будет Россия хорошо, будет всем хорошо. Спасибо вам большое, с праздником вас всем. Спасибо. Спасибо огромное, друзья. Еще один сюрприз, только что сейчас мне сказали, что у нас гостья из Ташкента. Фатима, объявите, пожалуйста, нашу юную артистку. Девочка, мало того, что сама красивая, еще и имя очень красивое, но я без шпаргалки не произнесу. Саврихон Элькинова. Девочке 10 лет, приехала из Ташкента, и она нам сегодня станцует очень красивый танец. Kelgan kervanlar
Браво! Спасибо огромное тебе, дорогая, за этот замечательный подарок из Ташкента. Девочка из Ташкента ехала, представляете, на праздник к вам, чтобы поздравить вас. Друзья мои, и сейчас у нас, я не могу упустить время, сейчас у нас на связи следующая республика, ваши соседи по Центральной Азии. Внимание! Привет и поздравления из Ашхабада! Поздравляем наших братьев и соседей из Узбекистана с их национальным праздником Днем Независимости! Поздравляем всех представителей мусульманского мира, работающих в Кудсите, с вашим священным праздником Курбан-Байрам! Поздравляем Центр Кудсите с тем, что собрал и объединил в сотрудничестве и дружбе наши народы и народы многих стран мира и регионов России! С праздником всех! Спасибо, да, спасибо огромное! У нас впереди еще поздравления, а сейчас я хочу предоставить слово председателю редакционного совета журнала «Союз национальностей», тележурналисту, международнику, выпускнику МГИМО Стуруа Андрею. Андрею, подскажите. Милорович, вот. Пожалуйста. Спасибо. Прежде всего, огромное спасибо за такой прекрасный день, такой прекрасный праздник, и с которым я поздравляю. Двойной праздник – это двойная радость. Четверть века тому назад мы все разбежались по своим квартирам. Кто-то этому радуется, кто-то этому сочувствует, кто-то горюет по этому поводу. Мы разбежались на государственном уровне. Но мы остались одной единой семьей на общечеловеческом уровне, на уровне дружеских связей, родственных связей и, что самое главное, культурных связей. Культурные связи порвать очень сложно. Они идут впереди и политики, и экономики, и даже впереди общечеловеческих связей. Вот сегодня мы отмечаем сразу два праздника. День независимости Узбекистана и великий мусульманский праздник Куйрам-Байрам. Эти два праздника сегодня слились в одно, и я от всей души поздравляю всех мусульман, не только Узбекистана, но и всего мира с этим великим праздником. И отдельно, специально поздравляю наших узбекских друзей. Я должен сказать, что к Узбекистану у меня особые чувства, особая любовь. Я там неоднократно бывал и каждый раз возвращался оттуда с наполненным любовью сердцем, с самыми теплыми, горячими воспоминаниями. И надеюсь, что я еще не раз и не два сумею приехать в Узбекистан, несмотря даже на свой возраст. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам огромное. Друзья мои, у нас гости и из других стран, не бывшего СССР, а дальнего зарубежья. И сейчас специально поздравить Узбекистан. Приехала гость из Германии, Юнг Анна Осиповна. Османовна. Пожалуйста, микрофон. Провод, поэтому здесь. Спасибо большое. Так неожиданно все сегодня получилось, что я здесь у вас оказалась. Я хочу от всего узбекского народа, который у нас проживает в Германии, я живу в городе Берлине, 22 года. И не только, я вообще выходец из Казахстана, моя мама сейчас живет в Казахстане. Вот, и я вас сердечно поздравляю. А оказалось, я здесь прежде всего потому, что у меня друзья замечательные, семья Шурмахамедовых, Маратик. Мы дружим много-много лет, и сейчас мы здесь в Москве встретились вместе с ними. И я очень счастлива, что я могу здесь с вами быть. От души вас всех поздравляю, себя прежде всего. Очень счастлива с вами сегодня здесь быть и поздравляю, и весь
Я тоже часть мусульман, у меня папа ингуш. Так что праздник огромный, я думаю, мы вечером еще встретимся. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Приезжайте к нам в Германию, в Берлин, дружелюбный город, замечательный. Так что встретим вас, покажем вам Берлин. Всего-всего самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо огромное. И мы запомним ваше обещание показать нам Берлин. Да? Все, всем составом, тогда мы в Берлине. Скоро ждите. Друзья мои, не зря сейчас прозвучали слова про Казахстан, потому что мне сейчас сказали, что на связи у нас Астана.